Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Resident Evil Revelations. Так, нам нужно следовать к скуловому блоку, мы приехали куда надо, Лев нас привез, здесь я в прошлой серии все посмотрел, не было ничего. С патронами у нас попа попная. Правильно, правильно. Что это было? Не пугай меня. Так. Ненадежно. Патронов нету. Пистолет. Я коридоры не проверяю. Не знаю, правильно я делаю или нет. Внимание, поломка двигателя найдена. Немедленно сообщи в машинное отделение. Так, здесь все, что есть, что ли? Этих нельзя как-то... Ну, будем гранатами их закидывать, потому что по-другому не получится, чувствует мое сердце. Оно не двигается с места. Ладно. Значит, что у нас есть здесь? Сейчас не время, этих двух надо найти. Что там в итоге? Давайте посмотрим. Он здесь, что ли? Девять, отлично. У нас все получилось? У нас все получилось. А здесь? У меня кофе, поэтому музыка у нас тревожная, но я... С кофеем его прохожу так размеренно, атмосферно, понимаете? Вы же понимаете, что когда ты находишься на корабле, это самое время пить кофею. От скотина. А, все? Они как-то очень легко убиваются. А почему, интересно? Хилка мне прилетела, да? Отлично, 5 единиц у меня. Здоровье. Здесь их еще больше. Спокойно. Не прекращай стрельбу. Почему 1%? Что должно быть, чтобы... Здесь что-то было? Ничего не было. Три нет, но это... Вот ты гай... А, сдох, да? Отлично. 1% вообще за них ничего не дают уже. В смысле? Что происходит? Я не понял. Почему их так много? Они так и будут, что ли, без конца резаться? Ну-ка. Ты сдох? Сдох? Так. Сдохни, пожалуйста, алло. Ну-ка, развернись, Крис. У нас патронов нету. А там патроны на пулемет появились. А у меня его нету. Или нет, стоп, что я туплю? Есть у меня все. Перезаряжай. Просто надо было с самого начала забрать и все, а я не взял. Ну ладно, не будем тогда игру ругать. Оно не двигается с места. Но здесь, в общем-то, да. Все, что мы до этого делали в предыдущих сериях от лица Джиллы Паркер, здесь уже не нужно. Ладно. Ha ha ha.
Затупил я, конечно. Ты живой, в смысле? Вставай! Все, сдох. Я был настолько уверен, что он сдох. А он не сдох, гаденыш. 11%. Здесь что-нибудь есть? Ну, в принципе, их можно было оббежать. Это если играть на максимальной сложности. Преисподняя называется эта сложность. В этом случае, да, это оправдано. Хорошо. Так мы ж практически пришли. Ну и что, они живые? Да, они живые, судя по звуку. Умри, партизан, все, готов. Сколько за него дадут? Почему в каких-то случаях дают? Не, родной, я тебя просканю живого. Теперь, где пистолет? Заряди, пожалуйста, его, Крис. Все? С двух выстрелов он садится. У нас что, настолько прокачан пекаль, что ли? Интересно. Но лифт это нет, это не лифт, а что это? Так, теперь давайте вот сюда. Нам вот туда, налево надо. А здесь что? Закрыто? Да, все понятно. Ход у нас один только. Вот сюда. Машинное отделение рядом, поторопись. Не тренди. Угу. А это другой корабль. Красавцы, я уверен в этом. Ну как такое может быть? Воду спустить они не могли за это время. Никого нет. Куда же ты пошла, Джилл? Там название у корабля, по-моему, другое было. Ну-ка. А, это королева Семирамис. 88%. Одна смерть была нелепая абсолютно. Игра успешно сохранена. Сохранимся, конечно же. Так, данные. 9. Вот сюда, да? Или вот сюда? Сколько здесь слотов, интересно, свободных? Максимум записать можно. Проход с кулового блока. Королева Зенобия. Паркер! И что мы будем делать? Плавать под водой? Ничего хорошего. Но нырять я понял. Здесь должен быть путь. Плыть. Подожди. Мы всплывем. Я должен просто понимать, куда плыть. Стоп. Труба. И что мне с этой трубой делать? У меня безлимитный запас кислорода. Мне кто-нибудь... Еще труба. А, больше не нужно? Наверное... А, вот. Понятно. Давай, Джилл. Давай, радость моя. Черт, я почти открыл. А что не так? У меня... Ну, понятно, у нас ограниченный запас кислорода. А где вторая труба? Ну, мне сложно, конечно, так понять, что надо делать. Ладно.
Что здесь пришло? Ерунда какая-то, да. У меня поломалось что? Труба поломалась. Так, давайте. Ныряй. Где? А где эта труба? Вот она. Теперь давай, всплывай, радость моя. Вот она. Вот это место, давай. Там же еще одна труба была, да? Да, труба погнулась. Еще здесь где-то, вот она. Джил, всплываем, времени нету. Давай, радость моя, ну давай, ты можешь, я знаю. Давай. Я только две видел, третья не знаю где, если она вообще там. Отлично. Ю. Ну что, Паркер, выплыли? Никаких проблем, а, Джилл? Еще бы чуть-чуть и все. Ой, какая прелесть. Что это? Патроны к пистолету. Да. Ящик ружейных патронов. Это к дробашу, что ли? Ну-ка. Да, это к дробашу. С пулеметом все плохо, но у нас пока дробаш. До сих пор наполняется. Электричество восстановлено, мы должны опустить перегородку в комнате управления. Закройте переборку. Какую переборку? Я уж и вообще и не помню, о чем идет речь. Так, ну мы здесь были. Так. Вот сюда. Какой переборки? А, переборка это что-то новое, видимо, да. Угу. Понятно. Сдохло? Нормально. Так не получается? Нет, не получается. Может быть, на что-то надо еще запрыгнуть и нажать? Это что? Это не читается. Но здесь мы все пооткрывали уже. Да ёлки-палки, сколько вас? Где это говно? Пока я не вмешался, она жила. Так, это плохо, что у меня одна идит. Это как его, один хил? С пекаля пострелять? Давайте с дробаша, ладно. Да я ж стрельну, почему не сработало? Ну-ка. Я не знаю, почему она не стреляет, когда надо. Сдохла. Хорошо. А, это все, я понял, куда нам надо идти. Здесь ничего нету? Сейчас вот здесь ящики поломаем. Хорошо. Очень мало патронов. Очень мало патронов. Электричество включено, можно работать. Может, вы дверь закроете? Хорошо. Пока что продержимся. Я проверю систему управления. Маяк?
Проклятие, нет сигнала. Может, неисправна антенная решетка? Она на смотровой площадке. Может, ее удастся починить? Наверняка вид оттуда прекрасный. Я тоже. Идем. Вид оттуда прекрасный, я тоже. Идем. Или я что-то не уловил. Так, ящик, друзья мои. Прогулочная палуба. Мы можем забраться туда вверх из холла. Пройдите в холл. Сейчас пройдем. Найдены специальные детали оглушения. Один. Специальные детали 2. Урон 2. Так. Так, так. Это что у нас? Оглушение. Ну-ка. Вот так. А это что такое? Силу для оглушения врага? Вот так. Теперь. Тут больше ничего абсолютно. Меня, в принципе, пистолет устраивает. Сила пули плюс 100. Пройдите в холл. О, если бы я еще помнил, где здесь находится холл. Холл, холл, холл. Ладно. Давайте так попробуем. Ага, так. Перегородка плотно закрыта. Ну, то бишь, по сути, выход отсюда один. Вот сюда. Что это за туман желтоватый такой? Это остановило? Вода по-прежнему... Нормально, перегородка закрыта. Нам надо... Что нам надо, я не знаю. Все. Ёлки-палки, я совсем их не просканил. Ну это, блин, бред. 1%, офигеть. Плюс один. Ёлки-палки, а я урон не перетащил, да, к автомату. Ладно, фиг с ним, фиг с ним, фиг с ним. Пойдемте. А, ну это мы вышли к лифту. Сейчас подниматься будем. Здесь ничего нету? Нет, здесь по-прежнему ничего нету. Ну что, поехали. На прогулочную палубу. Да. Нет, мы на королеве Семирамиде. Корабль-двойник. Хорошо, в ходе исследования Квинт узнал, что кораблей было два. Наверное, вы на судно того же типа, что и королева Зеноби. Возможно, Джилл и Паркера держат на том корабле. Вы установили его местонахождение? Нет, но этим занимаются наши лучшие люди. Но ведь немного времени прошло, так верно. Скорее всего, еще несколько часов назад. Корабли шли вместе. Осмотритесь, может, что-нибудь найдете? Вас понял. Вы можете нанести больше урона, стреляя по определенной части тела. Пройдите в холл. И где здесь холл? Ну, пойдем, пройдем в холл. Сюда нет. Это нам не надо. А куда еще мы можем пойти? Вот сюда только, в эту трубу, что ли? Ну, пойдемте. Трубу трубную. Чё, все тихо? Здесь. Это кто? Это что? Все? Убили? То есть что получается одной гранатой, что ли? Не кисло. Очень не кисло. Анализ завершен. Ну давайте. А, это никак. Ладно. Идем сюда. В холл выходим. Нам надо холл. Кто знает, что Вельтра намерена делать? Кроме издевательства над нами, так что мы не знаем, что нам делать. А кто знает, мы не видели ни их шкуры, ни волос с момента просмотра видели. Не нравится мне это. Ну, мне тоже. Чем быстрее мы доберемся до прогулочной палубы, тем быстрее. По крайней мере, они установят местонахождение крыса.
Так, ну что, друзья, это у нас казино-шмазино. Это... Что это? Записка корявым почерком. Дорогой друг, я не знаю, что делать. Прости, но мне нужно действовать. Они сейчас спят, но рано или поздно они проснутся. Сейчас мой шанс от одной мысли о них, у меня волосы встают дыбом. Не от мира сего их жуткие туши, их вонь, похожая на гниющие органы, их вопли, как отголоски их самого ада. Мне так страшно, что я дрожу беспрестанно, даже сейчас, когда пишу эти строки. Будь осторожен, раздутые пузыри на стенах их яйца, из них они могут возрождаться. Прошу, не думай, что я тебя бросаю. Я делаю это ради моей семьи, я буду молиться за тебя. Ну, то, что пузыри, это явно недобрые дела, я уж понял. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Здесь урон. Это мне не надо. Тут что? Урон плюс 20. Угу. Сила пули. Здесь. Так. Ну, давайте сюда воткнем его. Урон этот. Все. Оглушение 50. Урон плюс 20. Боезапас плюс 20. Неплохо. Прокачались зачетно. Казино-шмазино. Здесь что? Ну, это свет вырубать, я думаю. Так, а прогулочная палуба была напротив часов, да? Такой же ориентир вроде был. Если я ничего не путаю. Давайте выходим. Да-д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 а. Что это за звуки? Ты слышал это? Тихо, сохранение у нас. Красивый лайнер. Было бы хорошо на нем учиться, если бы не монстры. В смысле? Джилл, сюда. Куда, Паркер? Ты где? Паркер, куда ты делся? А, ну да, это понятно, что впереди все. А зачем нам это? Нам лифт разве нужен? Движется. Отлично, теперь мы можем добраться до прогулочной палубы. А мы что, так не могли до этого? Что это такое? Что за... Так, а куда стрелять по нему? Ага. А мы что, по-твоему, делаем, алё? Отбейте атаку врача. Врага. Подожди-ка. Есть еще чем стрелять? Где? Вражина, ты где? Так, где ты? Ну, почти Dead Space. Вот скотина, а. Ну, перезаряди, пожалуйста, быстрее, Джилл. Где это говно? Ну, вылези. Перезаряжай. И что с этим делать? В это надо стрелять? Я думаю, да. Сколько в тебя надо высадить, алло? У меня столько патронов нету. Все? Да. Чистый Dead Space. Кто бы что ни говорил. Закончилось? Мы на свету? Вроде да. Почему? Причем здесь свет? Ой, у меня с хилками проблема. Наконец мы здесь. Что это? Патроны к пулемету. Да, но сейчас ночи, ничего не видно. Так, здесь.
У нас что-нибудь появилось? Ну, давайте посмотрим. Нет, все, все, мы все вложили, все сделали. Так. Встань, пожалуйста, алло. Где здесь еще патроны были? Это что? Ящик винтовочных патронов. Но винтовки у меня нету. Что это за чертовщина? Он там далеко? Нет, он около баллона. А что такое? В баллон никак, что ли? Где тут еще что есть? Ну. Давай. Идешь? Куда тебе стрелять? Ну перезаряжайся, пожалуйста, Джилл. Там еще есть, да, вроде есть. Че, никак? Гранаты его неплохо останавливают. Вот по этому говну надо стрелять, короче. Ну перезаряжайся, Джилл. В смысле, ему никак это? Так, вот он когда это говно показывает, туда и надо стрелять, видимо. Ну-ка. Так, вроде как-то я оббежал. Так. Что это было? Встань, пожалуйста, а! Эти говные эффекты. Где он там? Ты сдохнешь, нет? Нет, по всей видимости, не хочет он сдыхать. Баллон это ему вообще что-то, я так понял, никак не зашел. Тут еще где-то были патроны. Да. Черт побери, живучая тварь, да. Ну. Я сейчас пытался отпрыгнуть, увернуться, но у меня ничего не получилось. И чё, и где? Ну, мы в это говно стреляли, вот. Встань, пожалуйста, Джилл, а? Встань, пожалуйста! Так, здесь у меня больше ничего, кроме электрических, нет. А чё не даю? Давайте кинем, чё, может? Никакого результата. Где это говно? Ну ты сдохнешь, нет? Ой, ёк. Слушай, очень-очень-очень душный он.
Джилл, встань, пожалуйста. Чё у меня тут есть? Дробаш? Ну. Ну, с дробаша по нему такое себе, если честно. А, все, сдох. Отвратительно, просто омерзительно. Что за ночь? И знаете, что вам хочу сказать, дорогие друзья? Я, может быть, что-то делал не так, но касаемо у воротов... Антенна наверху. Касаемо у воротов, там вообще печаль была. Непонятно совершенно, как от него надо было уворачиваться и можно было ли вообще это делать. То есть какими-то там несуразными маневрами я его оббегал. 3%? Здорово, чё? Нам предлагали его, видимо, отсканировать в момент боя. Угу. Здесь что-нибудь работает? Джилл, вначале починим антенну. Да, понял я, Паркер, пошли. Здесь ничего? Кучу гранат на него истратили. Но я так и не понял механизм действия этих гранат. Работают ли они вообще? Ключ-карта Вельтро. Так, ну, на этом же были, помните, двери, которые ключ-картой открывались. Что еще здесь надо? Где? Что здесь? Патроны для дробовика? Сколько у меня их? 20. Пулемет пустой, дробаш у нас самый такой, да, самый ходовой. Ладно, еще что-то есть. Ну, игра, давай. Покажи уже. Что ты хочешь мне показать? Ну-ка. Что-то большой секрет, что ли, такой? Да вы подкалываете. Это должно быть вот в этом помещении же. Потому что внизу там не было ничего. Интересно. Нет, подождите, объясните мне. Где? Может, это баг какой-то? Ну-ка. Сохранение прошло. Давайте вернемся. Что это? Патроны для дробовика. Патроны для дробовика. Я все-таки не успокоюсь. Ну-ка. Давайте посмотрим. 6%. Еще 6%. Анализ. То есть его по нескольку раз, что ли, можно сканировать? Как это? Анализ завершен. А это? Здесь еще, что ли, что-то есть? Что? Вот здесь он мне показывает. Так. Может... Так занимательно еще это все. Вот. Что там? Патроны к пистолету. Ну, это, так понимаю, разрабы предполагали, что я во время боя, да, буду бегать и сканировать. Еще что-то есть. Пойдемте, все заберем. Патроны к пистолету. Угу. Все? Сейчас поднимемся и посмотрим. Пойдемте, да, посмотрим. О, куда я бегу? Здесь же посередине комнаты антенна была. Лестница для того, чтобы на эту антенну залезть. Ну-ка. Все, ничего больше не показывает? Да, ничего больше не показывает. Что сейчас здесь будет?
Ясно и красно, что нам никто эту антенну не даст спокойно починить. Как же приятно опять попасть на свежий воздух. Это что? Мы получили гораздо больше, чем передвижение, да. Все время сражались за собственную жизнь. Надеюсь, мы сможем перевести дух после контакта с центром. Ну, я думаю, это все не так просто будет, Джилл. Сомневаюсь, что нам просто так дадут с HQ побеседовать. Здесь? Проверю проводку у антенны. А, соединять будем. Ну, понятно. Наш стандартный Uber-Achtung Rebus. Но это мы не проводку соединяем, Джилл. Сколько всего? Так. Ну, это вот сюда, я думаю, пойдет. Это сюда. Это сюда. Это что? Вот так. Нет. Не-не-не, сейчас мы уже близки. Вот так. Вот и все. Прикольные головоломки. Они мне нравятся, потому что я могу их делать. Разгадывать. Это необходимо, есть шанс. Надеюсь, сработает. Это Вермиллион. Штаб, ты читал? Говорит О'Брайен. Вы оба в порядке? У нас получилось. Босс, говорит Паркер, эта гадость попала в вентиляционную систему, и ее там очень много. Знаю, все это было подстроено, и мы попались. Откуда ты его знаешь? Интересно. Откуда вы знаете, что это подстава? О'Брайен, колись. Что случилось, босс? Говорите. Оставайтесь на линии, у меня экстренный вызов. Нет, подождите. Сэр, мы получили экстренный вызов об ЕОБ. Их спутник засек движение. Европейский отряд безопасности, продолжай. Есть, сэр. Похоже, интегратор солнечной энергии на серой земле вновь активируется. Быстро они. Похоже, кто-то нашел королеву Зенобию. Но кто? А? Бородач что-то знает. Ты нисколько не изменился. Паркер! Штаб, что происходит? Тут вот Атера, вот-вот ад развернется. Активирован блок солнечных батарей. Он направлен на укрытие Велтра на берегу Средиземного моря, замаскированный под круизные суда. Спутники, уничтожившие Серую Землю, прямо над нами. Но не могут они игнорировать ультиматум и уничтожить этот корабль. Босс, выведите нас отсюда. Не может он, да? Простите, я не могу этого сделать. Завершили мы эпизод. Кошки-мышки, да, конец. 91% три смерти. Обидно, очень обидно. Далее. Ну и неплохая у меня меткость. Открытый этап 8.12 в режиме рейд, новое снаряжение. Хорошо. Игра успешно сохранена. Так, давайте ее сохраним. Terra Grigia. О, 12-й слот используем. Сейчас посмотрим кат-сцену и можно будет, наверное, серию закончить. Так, это previously мне не нужно. Чертог солнца. Это кто, Крис? Нет, это Джилл с Паркером.
Сэр, что происходит? Ну что, боюсь, что у вас нет больше времени. Спасательная операция просто невозможна. Крис добирается морским путем. Вовремя он к вам не попадет. Крис? Он в порядке? Некогда давать объяснение. Сделаю все, что смогу. Конец связи. Черт, это самый худший день в моей жизни. Ну что, дорогие друзья, на этом, я думаю, мы серию на сегодня закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.